Ну и только самый добрый зритель в мире успеет поставить лайк за 2 секунды, считаю. Раз, два, всем привет! Меня зовут Алексис, у нас сегодня крутейшая подборка, очень много новых игр, а начинаем мы с игрушки 4, 5, 6, Survival, but it's Imposter. Вы только посмотрите, какая крутая игрушка, здесь изначально уже открыты все уровни, и их здесь очень-очень много, но я предлагаю пройти The Challenge, то есть здесь у нас имеется 5 уровней, за выигрыш мы зарабатываем, по-моему, 1000 монет. Так, ну что, поехали, в принципе. Так, давай. А, здесь просто нужно было их перетащить. И все. Так, это мы выполнили. Что дальше? Выбери одну из этих штук. Ну, давай выберем вот эту вот. Так, и это у нас что получается? Скорее всего, что нужно просто удерживать. У нас это призрак. Кстати, ставь лайк, если ты смотрел сериал «Игра в кальмара». Первая часть, ну, первый сезон безумно крутой. Я с нетерпением жду уже второй части. Очень хочется ее уже посмотреть. Так, ну, в принципе, может быть, на момент записи этого ролика уже вторая часть и вышла, я, ребятки, не в курсе. Ну, точнее, тогда, когда вы смотрите это видео, может быть, вторая часть уже и вышла. Но когда я его снимаю, ребятки, второй части еще нету, второго сезона. Так, поехали. Red light, стоим. Мы с вами этот челлендж обязательно пройдем. Бум! И мы добегаем до финиша третьи. Фу! Но оставалось еще 13 секунд. Так, нужно сделать бросок. Практически под стеной. Это очень хорошо. Я думаю, что наш противник покажет хуже результат. Так, ладно. В первом раунде мы побеждаем. Так, во втором... Ой-ой-ой, а вот здесь, ребятки, может быть и наш проигрыш. Давай. Блин. 1-1 пока что. И вот сейчас, кто выиграет, тот выиграет практически под стеной. Бум, есть! Это наша победа. Это наша победа, я безумно счастлив. И последнее испытание. Так, я какой иду? Я иду третий. Так, единственное, я, ребятки, не запомнил. В последнем сюда нужно, да? Нет, все время нужно было прыгать по этой полосе. Минус 200 денежек мы с вами заработали, к сожалению. А сейчас мы с тобой поиграем 300 Bone Man. То есть, посмотри, сколько нас здесь. Ой-ой-ой-ой-ой. Просто жесть. Это месиво. Так, единственное, что я не хочу музыку. Она меня постоянно перекрикивает, эта музыка. Так. Ну, в принципе, попали, конечно, но наших больше. Так, делаем, наверное, какой-то апгрейд. Fire! Класс! То есть мы уничтожаем не одного человечка, а целую кучу. Ну, так намного интереснее. Кстати, разработчики-красавчики что-то придумали. Пока что игрушка нам подсказывает, как атаковать, но, ребятушки, я думаю, что в следующем уровне мы уже сами с вами будем пытаться их уничтожить. И последний выстрел. А можно было, в принципе, мне уже не подсказывать, я и так запомнил, что угол 12-11, в принципе, будет достаточно этого угла, чтобы их уничтожить. Так, вот, допустим, 11-й угол. Есть! Просто в кашу! Finish him. Окей. Бам! Йиху! Классная игра, ребят, очень классная. Немножечко громче. Так, мы заработали с тобой 2000 монет. Открываем сундук. И здесь у нас новый скин. Ну, прикольно. Так, хорошо. Давай-ка сразимся. Сейчас мы будем сражаться против тех пареньков, за которых мы играли. У нас имеются здесь еще вот различные приколы. Смотри, мы можем поменять на карту. Так, ну давай вот так вот. Угол 13, 100. Сила. Слабоватенький угол. Оу, щищ! Вот это они, конечно, зацелили, ребят. Так, угол, значит, 16.
Во, улетели просто. Класс. Ну, попали частично. Так, давай-ка мы поменяем что-то другое. Так, давай так вот. Угол 15. Бам! Ху-ху, осталось несколько человечков. Всего-то навсего два, по-моему, да? Хотя стрельнул у меня только один. Так, меняем стрелы на другие. И... Файер! Последний парниша остался. Я думаю, что угол нужно немножечко больше взять. Наверное, 17-й, ребят, посмотрим. Давай, 17-й. Блин, пролетело возле него. Он ржет прям. Наверное, угол 19-й нужно. Он тоже смазал. Так, 19-й. Сила 100. На! Да, ребята, игра классная. Давайте-ка мы сделаем еще финиш хэм. 16-й будет достаточно. Просто хедшот. Я обожаю эту игру. Help us brain puzzle. Это 10 уровень, ребятки. И кролик рожает, да? Нам нужно, получается, ему помочь. Давайте-ка мы достанем этих маленьких деток отсюда. Все. Кролик счастлив. Вот его маленькие малыши. Что здесь? Ребятки, нужно помочь бедной. Скорее всего, что это манго. Ребят, вы любите вообще овощи и фрукты кушать? Смотри, еле-еле достал того червячка. Прям засел он в этой манго. Я думаю, что это действительно оно. Да, действительно похоже. Либо груша, может быть. Так, что такое? Что случилось? Он хочет съесть рыбку. Ну, давайте-ка мы ему дадим одну рыбку. Вторую и третью. Это какой-то дедушка. Все, она у него в животике. Смотрите, рак прицепился к нему. То есть у нас есть здесь водичка. И нам нужно, наверное, их поместить. Ой, ребята, они прям очень сильно в него вонзились своими щупальцами. Смотрите, это, скорее всего, типа как кровь, да? О, а что здесь? Нужно достать эту штуку. Давай, 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 давай. Ой, фу. Все. Отправляем его в больницу. У этого паренька разбито сердце. Ну, просто нужно вытереть футболочку. Другое дело. Все, можно идти на свидание. Что с твоей головой? В ней сидит червячок, которого я сейчас постараюсь аккуратненько вытащить отсюда. Фу. Да ладно, что у него в зубах, ребят? У него в зубах какая-то жесть. Смотрите, черви, потом какие-то палки. Ужас какой-то. Когда ты последний раз чистил свои зубки? Кстати, ребятки, напишите в комментариях, вы чистите свои зубки? Их нужно чистить каждый при каждый день. У этого паренька вши. А чтоб не было вшей, нужно регулярно мыть голову. Есть. Ну и я еще хочу пройти один уровень. Мы как-то их очень легко с вами проходим. Смотрите, этот червячок сам уже выпал. Этих мы просто вот так вот аккуратненько отсюда подоставали. Mad Monster Toxic Hero. Очень прикольная игра, где мы играем с вами вот за такую как бы бактерию. И она должна, ребятки, уничтожать вот этих вот человечков. Все, уровень пройден. И, кстати, скоро у нас будет сражение с боссом. Смотри, а, уже сражение с боссом. Ничего себе. Так, давайте-ка мы захватим, ребятушки, эту вот штучку. И ударим в босса. Так. Захватываем ее еще раз и еще разочек атакуем этого босса. Он, получается, разлетается. И мы побеждаем. Так, смотри, бонусный уровень. Давай соберем монетки. Бум! Among Us! Мы его уничтожили с тобой. Так, что здесь? Нужно нажать на кнопочку. Нажимаем. Так, дальше нужно, наверное... Видишь, просто так мы его атаковать не можем, ребятки. Что? Мои глаза! Смотри, текстурка распалась, ребят. Текстурка распалась. Смотрите, где мои глаза. Так, давай сначала его ударим. Так, все, берем снова эту штуку. И бьем еще этого паренька. Ребят, я в эту игру когда-то очень давно играл. Но я хочу вам сказать, что она очень круто обновилась. Кстати, на второй день мы получим с вами новый скин этого паренька. Так, погнали наверх. Among Us. Ой, нет, это не Among Us, это Squid Game.
Бумш. Кстати, здесь прикольные скинчики должны быть. Я хочу посмотреть. Вот. Кстати, один уровень еще пройду и откроем новый скин. Класс. Так. Ну, первым делом, я думаю, что нам нужно взять ключ. Затем нам нужно, наверное, активировать эту штуку. И вот так. Есть. Я хочу купить себе новый скин. И это у нас будет... Что у нас будет? Ну, оу, да, ребята, совсем другое дело. Посмотрите, какие мы прикольные стали сейчас. Очень прикольные. Так, давай сюда вот, аккуратненько. Все, босс уничтожен. Игра очень прикольная, я обязательно в нее еще буду играть. Die Hard. Следующая игра, в которую мы поиграем, это типа как Brawl Stars. Здесь у нас имеются такие вот сундуки, и нам, получается, нужно их лутать. Вот смотри, видишь? Плюс один. Давай-ка мы замочим этого паренька. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Есть. Заберем его сундук. Банка. Дай мне эту банку. Есть, замочили. Чем больше у нас банок, ну, естественно, тем мы сильнее. Можно спрятаться в воду. Еще две баночки. Единственное, что у нас здесь не восстанавливается здоровье. Ой-ой-ой. О, щищ. Так, мы типа проиграли, да? Мое пятое место. Смотри, здесь можно еще сыграть другой режим. Типа в команде. То есть вот игрушечка ищет нам союзников. Мы будем играть за синюю команду. Давай еще идем размочим базу. У меня, кстати, пушка очень прикольная. Наши идут мочить какую базу? Идем все вместе. Давай, зеленую, так зеленую. Ну хорошо, я не против. В принципе, я не против. Тут еще и красные к нам подключились. Так, давай-ка, давай. Оу. Меня замочили. Но пока что, ребятки, нашей территории здесь больше всего. Идем на базу зеленых нападать. Я думаю, что я один бы смог ее размочить. Здесь еще помогают. Давай-давай. Так, все, им крышка, ребят. Мы их сейчас замочим просто. Все. Есть. Зеленых нету. Зеленых нету. Ха-ха-ха. Остались только красные. Идем. Ой, они нас бьют, походу, да? Они нашу базу уничтожают. Идем-ка мы ее вернем. Да, реально, смотри, что они делают. На нашу базу напали такие проказники. Ну, сейчас меня уже уничтожат скоро, я думаю. Очень быстро. Так, минус один. Идем дальше. Мы уже все здесь втроем. Блин, я же говорил, что меня замочат, потому что у меня было очень мало здоровья. Так. Приветики. Приветики. Мой цветики, да? Так, ты зареспамнился, да? Да, блин, сколько вас здесь? Эй, союзнички мои, где вы там лазаете, а? Я здесь один всех перекрошил. Так, давай, 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 давай. Пушку, 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 пушку. Так, одна пушка наша. Вторая пушка наша. И все, чистая победа. Мы порвали всех. Farm Island. Игра, где мы с тобой играем за этих вот животных. Пиу. Так, меняем на хрюшку. Так, и нам осталось еще дождаться коровку, да? Так, а, все, понял, смотри. Допустим, цыпленочек пусть подождет немножечко, да, здесь вот. Так, мы берем ключик. Открываем коровки, ребятки, дверку. И она спокойненько выходит. Да, все. Мы довольно-таки быстро с тобой прошли этот уровень. Ребятки, если вы еще не поставили лайк и не подписались на мой канал, пожалуйста, поставьте и подпишитесь. У меня каждый день выходят подобные видосики, где мы играем с вами в прикольные игрушки. За мной гонится серый волк. Чтобы мне спастись, мне нужно просто добежать, ребятки, до моего друга. Оф! Ничего себе! Этот волк прыгает, я вам хочу сказать. Прямо очень жестко. Все.
Что ты мне сделаешь? Ха-ха-ха. Это, я думал, что это корова какая-то, но скорее всего, что это бычок. Это сильный, пресильный бычок. Да ладно, какие-то новые скины. О, мы, кстати, новые скины можем здесь разыграть, да? Смотри, кабан. New skin. А, это только за рекламу, да? А я могу сделать free spin? Так, смотри. Это 60 тысяч эти скины стоят, а остальные мы можем за рекламу, да? Смотри, посмотреть 5 реклам, получить вот такие вот прикольные скинчики. Может быть, ребятки, я когда-то это и сделаю. Но мы можем купить сейчас, смотри, скин коровки. Скин хрюшки можем... Не, хрюшку мы купить не можем. Коровки только можем поменять скин на такой вот. Все, смотри, какая у нас сейчас прикольная... Уже реально, типа, как не корова, а какой-то бык. Хорошо, давай пройдем еще тогда уровень с тобой. Так, аккуратненько, чтобы у нас не получился фарш с этой хрюшки. Так, меняем на коровку. Пошли. Так, открываем. Плюс 4, плюс 2 к здоровью. Так, 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 так. Еще на кнопочку нужно нажать. Угу, цыпленочек улетел. Так, цыпленочек должен взять ключик. Отлично. Коровка должна... Опа! Давай, 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 давай. Открыть дверку. Есть. Залетаем сюда, и у нас остается только цыпа. Так. Та-дам! Мы прошли снова уровень. Survival in Rainbow Monsters. Я очень давно не играл, ребятки, в эту вот игру. Я хочу вам сказать, что она обновилась. Были добавлены новые режимы. Так, 3, 2, 1, go. Мы можем только по одному блоку носить, к сожалению. Мне бы, конечно, хотелось... О, щищ, посмотрите, Скибиди! Скибиди меня пытается поймать. Ну, думаю, что вряд ли у него получится. Так, вот смотри, здесь вообще боксов очень много. Здесь громадное количество боксов в этом уровне. Мы без проблем, ребят, здесь выиграем. Еще один бокс нам нужно донести. Все. Ну, я же говорил, что это просто изи. Это был самый простой уровень. Сейчас мы с тобой пройдем уровень немножечко посложнее. Если получится, потом пройдем еще один уровень. Смотри, здесь нам уже нужно найти вот такие вот пакеты. Их сколько там? 7 штук, по-моему. А, стоп, я не успел его взять. Вот мой пакетик. И здесь уже два монстра. Два монстрика. Уж. О-о-о, у меня прям игра даже пролагала немного. Так, дай-ка я пакетик этот заберу. 10 пакетов мне нужно занести. О-о-о, щищ! Отстаньте от меня, у меня, кстати, времени не хватает. Пакетов здесь реально очень много, но единственное, что может просто не хватить времени. Вот смотри, монстр бежит. Так, 6 пакетов. Чего, блин? 6 пакетов только донесли. Давай, я 8 заношу. Не хватает времени. Не хватило нам еще с тобой совсем немножко. Как же печально-то. Может быть, мне повезет в следующем режиме, но он, по идее, еще сложнее. Единственное, чего мне реально не хватало, так это времени. Сейчас нам нужно найти вот такие вот лампочки, 8 штук. И здесь уже монстров побольше. Так, есть. Первая лампочка. Уже две. Так, вот смотри, видишь? Видишь, сколько здесь монстров? Бегают здесь за нами. О, за мной бежит, 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 бежит. Убегаем, убегаем, убегаем. Так, ну он, по идее, меня не должен поймать. Фу-у-у-у, отстань от меня, я на базе. Я в домике. Отлично, мы занесли последнюю лампочку, и мы выиграли, класс. Бравл Старс, и это у нас режим Бравл Баттл. Ребят, я в него еще никогда не играл, поэтому я не знаю, что здесь нужно делать. Так, а, короче, мяч забирать, да? Так, ну, в принципе, понятно, логично. Кто заберет мяч? Так, ну, допустим, я заберу мяч. Так, все, бежим. Бежим, 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 и... Гоу! Почти что, ребят. Короче, это типа своего рода футбик, да? Футбик своего рода. Куда же вы забросили мяч? Так, берем его и погнали. И погнали. Мочилово, мочилово, просто мочилово жесткое. Так. Наши бомбочки взрываются, ребятки. Хорошо. Вот это месиво. Давай, 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 давай. Есть! Мы затолкали первый мяч. Прикольно.
Так, поехали. Поехали. Вот туда бросаем нашу ульту. Так, в кого мяч? Мяч на нашей территории. Погнали, мы все выстояли. Идем. Мочим. Так. Нет! Второй гол. А, все? Здесь просто нужно было забить два гола. Да, ребятки, это очень прикольно. Я бы, конечно, с радостью еще сыграл в этот режим. Посмотрим, или эта команда у нас останется, либо, может быть, мы будем играть с другими какими-то игроками. Но прикольный, ребят, режим 5 на 5. Обычно было 3 на 3. 5 на 5 прикольнее. Так, поехали. Сразу Мочилова, просто мясо. Просто мясо, блин. Так, мяч у нашего. Давай. Есть, сразу гол. Да какой, как же круто, как же нам сегодня везет. Ребят, будет очень здорово, если мы конкретно с вами забросим мяч. Будет очень тогда круто. Так, меня вырубили. Впервые, кстати. Впервые меня вырубили. Ничего. Главное то, что мы уже один гол затолкали, ребят. Так. И есть, ребятки, второй гол, и мы снова побеждаем. Ребятки, вот такое вот было видео. Кому оно понравилось, подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Алекс. Я желаю всем удачи и пока.